Ну вот, сломали. Вот везде открыли эти. С той стороны Володя прочистку сделал, открыл по каналам. Вот он канал открытый под духовку. Там духовка. Сейчас я с той стороны загляну. Что ты там сделал? Только береги вот эту вот, не урони. Я там замазал. Это что за баловство такое? Вот днем ты не ложись, у тебя голова кружиться будет. Ну так у меня... Ну понятно, это уже. Нет, я зря сказал, все равно ты не послушаешься. Вам нравится, чтобы за вами ухаживали, медицинская помощь приходила. Никогда днем не ложиться, правило. Я говорил, сядь, открылись, уже рухнуло. Ты еще, бабушка, я с тобой возиться буду тут. Вот Володя тут выбрал, почистил оттуда золото. Говорит, 6 ведер мусору. Ну, с камнями, конечно. И вот теперь он выложил, значит, плита кладется на 11-й ряд кирпича. На 11-й, заруби. И вот сейчас положил 2 ряда вот внизу, ниже дверки, это дверка поддувальная. 2 кирпича дверка, это 4, сверху 2, сколько получается? 6. Теперь 6. Посмотри, там еще. Дверка должна быть 3 или 4. 3. Ну, на 11 ряд. Вот сейчас дверку можно ложить. Ей бы можно сделать и еще одну. Туда же кирпич надо еще. А? Туда же кирпич. Ну да, вот так и гони его дальше. Все, тут, топка началась. Тут простой можно, да? Как простой? Зачем ты простой-то? Здесь самый огнеупорный. Это вы положили. Я положил. Да еще ты там положил. Я считал, что это... Я там ничего. Ну как нет? Ты его подсунул туда, положил. Вытаскивай. Ну вы сказали простые принести. Я сказал простые внизу. Это уже третий ряд от того идет. Обчисти его. Когда я сказал, так ты уже не заметил, что это не на тот ряд. Я говорил на поддувальный внизу. А здесь только огнеупорный. Только огнеупорный. Видишь, как вот. Я не люблю тихо, когда делается. И потом ты повернулся только, я уже ряд выложил. Все, дальше. Я за нее так боюсь, как она, чтобы она не выпала. Можно сделать даже по 2 ряда. Вот так. Давай. Этот подложили маленько под него щебенушку на колосник. Все. Что, сюда? Да, 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 да. Ровно, ровно клади. Береги глины, там много туда не... По краю. Ну, еще там заполни. Вот теперь давай, помажь ей бок. Вот этот, который будет прилегать. Да. Какой прилегать к тому кирпичу будет. Здесь по всей длине. А ты можешь так, вплотную его к нему почти что. Клади. Ну, вот так. Потому что, ну, а тут забьешь. Да. Это широкий колосник. Теперь еще колосник. Еще. Да, да. Да, дальше так и клади. Все. А еще вот все, давай. С наклона попался. Ну, наклон, это ничего тут и не сделаешь. Это хорошо. На этот край клади, а туда пониже будет. Чтобы наклонить ее стенку. Чтобы дверка не открывалась. Как у нас говорил по геодезии, говорит. Вот вы, говорит, уже геодезист, здесь еще лет 25 практики и все. Далеко-то зачем затягиваешь так? Не затягивай. Ты пока ровно клади, а потом она выйдет туда. Все. С наклона получится. Давай. Ты много не клади, у тебя уже не хватит даже. Клади. Это потом на последнем ряду все это выравнивается. Так, ты сорса помазал, нет? Да. Ну давай, прижимай. А, ровненько. Отсюда вместе? Ну да, конечно, надо было сразу, пока не положил. Откуда же? Чтобы они прилипли друг к другу. Давай. Все, ровно так делай, чтобы топка была. Ну а дальше там подкладывай, какие надо будет. Там вот, которое осталось отверстие, он меньше размером. Туда щебенушки эти, вставляй такие. Да, из огнеупора, где отколыши есть, можно из старого. Вот такие разные натолкают с глиной-то. Надо бы целиком где-то отрубить. Но его не отрубишь, у нас пилить нечем. Он ударишь его, он сразу отлетел. Забиваю полностью весь.
Он там будет прогорать в первую очередь. Чтобы нигде не высовывалось ни на миллиметр. Все. Ну тут я дальше знаю, что сделать. Подложи туда кирпичик. Такой найди. Вот у тебя огнеупорный где-то выброшенный был. Пример туда. Сначала пример на сухую. Все. Все правильно сделал. К огню, который край, тот должен быть ровный. А который обрубленный, туда подальше он глиной замажется. Вот так. Все у нас есть. Глины достали. Молодец. Все. Смачивать не надо, потому что огнеупорно не смачивается. Так, с той стороны. Вон с той стороны вот этой. Вот, вот, все, еще. Все, клади. Вот так. Все. Хорош. И там, который глина там обмазывает, там поднимай эту глину там. Вон везде она. Поднимай, чтобы зря не пропадала. И щебенушки. Так, теперь бери дверку. Сначала проложи глину на всем протяжении вокруг. Здесь, везде? Да. А вот еще она не достает. Подожди. Сдвинуть надо. Сдвинь ее туда. Кирпич. Она уже пристыла. Ну, оторви его. Оторви и положи. Он только так. Но лучше чем-нибудь забить было. Подними, я говорю. Забить. Вот где под пальцем у тебя осталось. За пределами топки. Вот тут можно тогда щебеночку сделать. Там нигде. Где топка, там ничего лишнего не должно быть. Так. Теперь, ну туда, найди что-нибудь хорошее. Видишь, надо бы все это выпиливать ровненько, но у нас ничего этого нету. Раз пошевелился, туда надо. Вот смотри, тут что тут можно. Это простой. А? Это простой кирпич. Ну дальше уже топка уже кончается. За топкой тут он ничего, есть простой. На огнеупор положишь там. Ну вот. Обмакни его в глину-то и сразу туда, если он войдет. Посмотри, чтобы он входил. Сейчас кирпич что-то не туда расколется. Да я не бью на него. Держится только на руке, колется. Все. Вставляющий есть. Тут не для слабохарактерных. Печка задымила, хоть все ломай. Ну там ложи туда глины, то она их туда втапливай в нее. Это делаем неправильно, но по-другому никак. Старый кирпич, вот который тот, тут просто ударишь его, он как плиточка ровная колется, а этот нет, он то ли перекаленный, я не знаю, какая причина, чтобы нигде не высовывалось. Дальше. Ну сверху замазывай. И так теперь везде разложи по всей окрестности, по периметру глину накладывай. А потом там внизу уже будешь делать, там внизу. Так, обходи, не надо, сильно не мажь, она выдает где надо. Наружу она поштукатурится так вокруг. У меня на практике был поляк один, старость. Ну, а я отдельно начал, первый раз взял по книжке, давай делать. Я по книжке делаю второй день, гляжу, он вторую печку делает. Я вижу, ничего, это не пойдет дело, на практике преддипломной. Ну, я тогда сказал, давай я тебя подсобником буду. И там маленько чего-то научился. У меня дедушка печи ложила, мать ложила. Уровень все еще с дедовых времен, а тому, может, это раньше достался. Ну, 40 лет с лишним. Ну, уже несколько последних лет не ложу, но все равно где потребуется. Так, там забей вот эту, которая глиной тут у тебя. Там... Все, теперь давай этот, дверку ставь. Дверка должна быть открываться так, чтобы она не сюда открывалась, а именно туда, к стенке, вот так. Так? Конечно, чтобы дверка открылась и прихлопнулась к кирпичам, а не стояла наружу. Так, вот теперь давай куда? Вот так вот. Вот теперь, Надежда, стой там, рукой держи.
А ты вот эту изогни маленько, чтобы вот эта вот пошла туда, вовнутрь. Вот так вот и здесь загнулась. Ну куда ты ее гнешь-то? Совсем не туда. Вот сюда подогни, а потом вот сюда. Что, не можешь? Я тебе еще сказал, смотри. Вот эту сюда изогнуть, чтобы она вот сюда была, а потом сюда. Вот теперь все. Выгибай на кирпиче на самом. Вот так. Выгибай. Ну то далеко пошел, ладно. Ну видишь, как изогнул сильно. И вот сюда наклонно маленько было. Так нет, она надо, чтобы тянула вот в эту сторону. Там она выломит ее сразу. Ладно, все. Делай другую. А теперь, если возможно, вот сюда вот ее повернуть и между кирпичами забить вот эту вот. Если возможно. Все. А потом придавится. Все, все, все. Прижимай. Так, теперь ту делай. Все, не тискай ее. Быстро перекладывай. Там маленько прогни ее и туда ее загони за кирпичи или в эту. Видишь, что-то отодвинула, она ее плохо держит-то. Вот так, чтобы она упиралась в кирпич и держи ее. А у тебя она, видишь, тут не пойдет. За кирпич туда толкай. За кирпич. Это нижняя проволока. Все. Ты прекрати кричать. Все. Еще раз говорю, все. Вот теперь давай. Половинки кирпича у тебя нету? На. Половинку кирпича разбей его. Пополам. Точно пополам. Подкорить потихоньку, а потом сильно ударишь. Пока. Со всех сторон откори его. Там незримая трещинка появится. Сильнее бей, сильнее. Это огнеупорно. Так, теперь с этой стороны посередке. Теперь со всей силы бей, прогни. Ты неровно делаешь-то. Одна больше, другая меньше. Посмотри, какая разница есть? Да есть. Ну вот это не опыт. Все, все, не надо ничего делать. Поднимай. Какую брать-то? Меньше, больше? Ну, бери любую, это разницы нет. Теперь машь ее и вот сюда вставляй. Да, сюда? Ну, куда туда, там дрова будут, эти, еще туда-то. Ну, куда? Ну, туда, делай на ту сторону. Делай. Сначала примерь, войдет или нет. Пока не примерил, так, подожди. Ну, ладно, хорошо. Пойдет? Пойдет, да. Ну, все, давай, вставляй. Мазать только самую кромочку. Так, подожди, снизу не надо, ну, ладно. Вот так. Ты примерил как? Подожди. Вот так вот. Так, теперь, где у тебя палец стоит, вот этот, вот здесь надо помазать. Где она? Ну, пример, где она должна соприкасаться-то? Сообрази. Здесь ты имеете в виду? Сам смотри, все, больше подсказывать не буду. Здесь, значит, здесь. Если не с той стороны, перемажешь. Все, вставляй быстрее. Быстро сохнет. А теперь веди, чтобы дверка была наклонена внутрь. Так, у тебя она легла, достает? А это у тебя не пойдет она так. Ну давай. Давай. Передвинь ее туда. Ты ее повернул уже другой бок, другим боком. Поверни ее, вытащи. Ты меня не слышишь? Глянь на меня. Она может быть вот так надо повернуть, туда ее. Раз она больше, значит она может там быть. Так умеете? Да, ну подожди, убери ее оттуда. Вытащи. С этой стороны положи, с этой. Попробуй. Ложится, нет? Ну вот проволока мешается. Ну ты подогни проволоку-то возьми, постучи по ней. Проволока мешать не может. Где она мешает? По месту, поколоти ее. Да не острым местом, не острым бей. Не бей так сильно-то по кирпичу. Ты бей по проволоке, вон там, где она не дает. Гляди, где. Где она не дает? Вон на... Но она вот где не дает. Явно видно, что она сходит. Ты еще не видишь разве ее? Вот так, стой, хорош. Давай. Тут надо быть внимательным. Это не стенку ложить. Еще глиной помажь. Этого недостаточно. Вот так, действительно, разбился. Положи даже глины маленькой. Побольше глины здесь положи. Чтобы он, проволока утопилась. Туда ложи. Туда ложи. На горизонтально, тут когда лежишь на пласте, никогда не кладут сюда. Глина ложится только на низ. И туда
Прикинь вот сюда, вот. И вот так вот сделай, навешай глину везде. Давай. Вот так. И там щель все замажь намертво. У тебя щель не замазана внизу еще. Самое удобно мазать именно сейчас. А что у тебя, она не лепится? Ты ее неправильно лепишь. Она к железке должна пристать. Отверни и маши ее вертикально. Машь на себя, наружу. Вот так, во. Поверни, вот так. То теперь давай. Ну, опять. Ну, на, ладно. На наружную надо было мазать. На наружную. Вот это называется наружу, а вот это внутри. А ты мажешь на внутреннюю. На эту намазывать надо. Вот так. Ты только проведи, она сама прилипнет. Ты видишь, сколько время тратишь. В десятки раз дольше. Так, вперед. Второй кирпич бери. Какой второй? Ну все, ладно, бери другой. Набирай отсюда кирпичи, неси. Бери быстрее. Не привыкай топтаться вокруг, как петух на насесте. Набирай больше. Где-то маленько наклоны. Вот это надо всегда. Так, не советовать не надо. Этот плотник с печником что-то распорили. И, а тот везде толкает, где щели-то, плохо подтесало. Он говорит, как бы не клин, да не мог, ты бы с голоду сдох. Ой, тоже мне. А у тебя, как бы не глина, да не говно, пропал бы давно. Все, мажешь и мажешь. Все, вот когда шелишь, так, все, все. Ты 10 раз, не тиск, один раз положил, бери на ту сторону скорее. Не тискайся вокруг одного кирпича. Вот это, видишь, где замажь сразу щели, внизу. Ну как замажь, когда не взял раствор. Видишь, сколько ты замазал? Уже ничего нету. Два ряда. Там закрепить, чтобы эту, Володя. Туда кирпич подложить. Половинку, где она у тебя? Вот так. Ищи. Сначала примерно сухую. Второй раз говорю тебе это. А ты держи там. Так, рубленым в другую сторону. В другую, туда к стенке. Вот так. А там забьешь. Давай, маш. Маш и ставь. Главное, наружу вот это вот, а там хоть все можно замазать. Вот так. Там на пол упало, подбери. Я даже отсюда вижу, что упало. И около печки всегда должно быть расчищено, дощечки лежать, и на нее, чтобы глина была. Давай. Так, все. Там глины подложи побольше, где проволока. Тогда проволока не даст тебе. Проволоку надо бить. Все, хорош. Давай. Ставь. Почему? Чтобы была перевязка. Подожди. Че? Подожди. Помазал не там. Ну, да, давай. Здесь помазал. Я так и не понял, там кирпич целый. Так, давай. Все. Все, 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 все. Не дави больше, не надо. Потом придавится. Следующий ряд. Следующий, кирпич. Клади прямую. Шлепни это вертикально и скорее туда ставь его. Очень замедленный темп. Ну, здравствуйте, человек первый раз и замедленный. Здесь только один мотор, одно движение, и все. Сколько захватить, как приспособить это? Тогда у тебя будет печник. А так ты хозяев умотаешь. Ну вот, теперь сверху второй там положи кирпич, но целый. Сюда? Ну, тут попробуй сначала, зайдет, нет? А? Нет, не, не входит. Маленько надо будет подтесать. Подтешим. Тут еще не сделано. Сейчас сюда, да? Туда сначала, да. Ложи. Скорее закрепить дверку. Ну вот, у тебя глины-то больше нет. Подожди. Ты берешь кирпич какой-то. Подожди, вытащи его. Ну какой-то отбитый. Че он такой? Ну переверни его. Ну не видишь, а здесь что он калека. Ну тогда к стенке его как-то разверни там или как. Клади. Да ровненький. Клади вот так вот, как он стоит. Вот так вот? Ну вот так вот. Или вот так вот. Ну не так ты тогда там не заполнишь там. Каверны, все, кверху делать, чтобы можно было заляпать, а не просто вниз сунуть. Вот так тогда выходит. Ну а так оно у тебя внутри топки оказывается, я же говорил. Щели там уже трещины, вот так. Ломаная, другой... она не терпит печь, она сразу сюда огонь будет проникать. Володя, что другого кирпича, не хроненького. Так. Огонь. Ну все, глину больше разводить, я сейчас уйду. И сгорит. Положи там. Подвинь.
И что ты когда здесь не жалел, толкал ее глину, я сказал, глины не будет хватать. Все. Тут еще много выходит. Прижимай. Они все уйдут сейчас. Что, так тут другой куда-то, в другое место уйдет, чем сюда. Так, кирпич где ты? Вот это, ставь его так, как есть. Эту стенку-то подмажь ему, чтобы он прилип. Ну вот это место, вот где, вот. Ну явно ей прилипнет-то, тут ничего больше не надо. Да ты кирпичи там... мазни здесь. У меня там намазано же. Ну ладно, как хочешь. Я вот с этим поляком работал, я только глядел, я безмолвный был. Давай, клади. Клади потом, когда раствор будет, тогда сделаешь. Ну все, постукать его теперь можно сверху, чтобы он лег. Продавей его. Ну и вровень, хорошо идет. Так, теперь, ну понятно, там щебенушка будет здесь. Здесь под уровень вот это бери, только огнеупорный, гляди, вот здесь вот, подходи. И там тоже. А потом, когда выведешь до уровня пищи, теперь тут вот это сделай, вон на тот кирпич, там огнеупорный поднимешь, а вот здесь до него, вот здесь вот, вот это место забьешь. Здесь один? Да, когда выровняешь вот, с этим кирпичом из-под низу, и тогда здесь целиком у тебя кирпич пойдет, можешь даже его наполовину отодвинуть тут. Но духовка должна быть закрыта. Там она, у нее уже отверстие. Она должна быть закрыта кирпичом. Так, что непонятно? Здесь один кирпич должен быть? По высоте? Сначала здесь вот сделать, вот это заложить. Я понял. И там тоже так. Теперь снизу выровни с этим. Вон, вон там. Я понял. Ну, а потом здесь тогда уже посмотри. Может быть, кирпич вот так вот ляжет на это. А это у нее тут щебенушка. А тут дрова короткие, скажет, не влазит. А-а-а. Когда здесь поднимешь его понял. До уровня, тогда его перекрой. Перекрой, чтобы у нее ямка там была. В ямке. Вот так. Ой. Ну все. Ну а дальше тут все понятно. Дверка у тебя тут понятно, как лежит, наклонная. Все как надо. Все на этом. Урок номер один закончился. Ну, скорее выключай. Ну что? Разводить глину без меня разведет. Остальное все понятно уже. Печка здесь стоит. Стоит, подсказываю ему. Ну, дальше все заложить, Алексеевич. Вот посмотри, как один другой кирпич расколешь, а каждый кирпич стоит 100 рублей. Каждый. Он поштучно, не кубометром. Все. Все, дорогой мой. Вот это вот все заберешь. Смотри, я нарубил сколько, Володя. Вот этими вот. Загонишь вот сюда вот, поднять кирпичи, которые у тебя упали тут, на них положишь. Все, ставь. Примерно сухую, как подойдет. Подошло почти. Ну-ка. Так, теперь куда обломанным надо? Ты его суешь прямо в топку. Обломанный конец туда спрятать дальше, чтобы жар его не расколотил. Тут же перекрыто топку будет. А ты его все время не смотришь. Забыл или еще? Где ударял по нему, там незримые микротрещины. И в них от жару сразу она расшатается все. Вот так. Всякие каверны, это все должно быть кверху. Чтобы замазать потом. Все.